Приготовление торта «Спартак». Для теста нам понадобится 100 грамм сливочного масла, 2 яйца, 4 столовых ложки какао-порошка, 2 столовых ложки меда, 1,5 чайные ложки соды, 3,5 стакана муки и 1 стакан сахара. Масло растопить на огне, добавить сюда сахар, какао, мед, яйца. Все перемешать и поставить на маленький огонь. Все время нужно помешивать. Когда сахар полностью растворится, добавить соду. Сразу поднимется пена. Снять кастрюлю с огня и добавить часть муки. Выкладываем тесто на посыпанный мукой стол. И затем вот таким образом вмешиваем оставшуюся муку. Тесто останется немного липким, но нужно стараться вмешать муки как можно меньше, только чтобы можно было раскатать коржи. Делим его на 8 частей и раскатываем каждую часть в прямоугольник. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 7-10 минут. Коржи готовы. Теперь готовим крем. Для него нам понадобится 3 столовых ложки муки, 3 яичных желтка, пол-литра молока, стакан сахара, 180 грамм масла и ванилин. К желткам добавим часть сахара и растереть до бела. Добавить муку, все перемешать.
добавить частями теплое молоко. Все перелить в кастрюльку и на маленьком огне заварить крем. Добавить ванилин. Накрыть крем пленкой и оставить до полного охлаждения. Размягченное масло взбить с оставшимся сахаром. Масло для такого крема всегда нужно выдержать ночь при комнатной температуре. Теперь добавляем постепенно подготовленный заварной крем. Готовым кремом смазываем коржи. Сверху полить шоколадной глазурью. Для глазури 4 столовых ложки сахара, 6 столовых ложек горячей воды, 2 столовых ложки какао, 30 грамм сливочного масла. Довести до кипения, поварить 2-3 минуты на маленьком огне до загустения. Торт оставить на ночь в прохладном месте, чтобы он пропитался. Торт готов. Приятного аппетита!